Новые детские площадки, видно, появляются как грибы после дождя. Это не может не радовать родителей. Современные игровые зоны не те, что были раньше. Они отвечают всем требованиям безопасности и имеют большое разнообразие игровых элементов. В рамках плана по благоустройству в 2016 году в городе появилось 20 новых детских площадок. Одну из последних на днях установили на улице Гаевского напротив районного архива. Здесь еще не успели положить специальное прорезиненное покрытие, но люди уже начали ею пользоваться. Так они долго ее ждали. Когда ее начали делать, я думаю, неужели магазин какой-то построят? И вдруг такая красота, площадка. Вот дети просто счастливы, да? Тут есть такие паровозы, качели, там лошадки. Не забывают и о новых микрорайонах. Так в жилом комплексе «Видное», который расположен на Белокаменном шоссе, наконец появилась новая детская площадка. Долгие годы люди страдали из-за отсутствия нормальной игровой зоны. На старой вместо специального покрытия растет трава, и в песочнице, где должен быть песок, зелень. То ни одной детской площадки, то сразу две. В этом же микрорайоне буквально на днях откроется еще одна игровая зона. Сейчас здесь заканчиваются последние ремонтные работы. Мы с жителями встречались до того, как были начаты работы, включили в план 2016 года. Две площадки великолепно вписались вот во внутренние дворики. И по нашим планам на 2017 год мы планируем еще две детские площадки сделать на этом микрорайоне. Особенно площадкам рады дети постарше, которым теперь есть где проводить свободное время. Мы ждали, когда эту площадку построят. Здесь не малышовая площадка. И что здесь там лазилки, подниматься по горке. Мне вот это вот нравится. Помимо новых детских площадок, 15 старых будут полностью отремонтированы. Все работы планируются завершить до Дня города, который видновчане отметят 10 сентября. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Евгений Петров, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.